Всем-всем-всем привет! Прекрасного града Измаила. У нас диамант уже в горшках на улице и начался второй урожай клубники. Очень такой красивый, сладкий. Ну а тем временем в огороде у нас начинается только первый урожай. Ну а в молодом саду здесь у нас клубничка. Не скажу, какие сорта, потому что очень много было сортов, и в прошлом году, и позапрошлом году была засуха, и вот мы поливали ее, сохранили, очень сложно было. И вот сейчас эта клубничка нас радует. Какие-то интересные формы такие. Снова же, не допрашивайте, потому что не знаю. Столько было сортов, много погибло из-за того, что была вот такая засуха, даже поливы не давали пользу. Вот смотрите, какая она красивая. Вот. А вот здесь, если вы заметили, у меня листья там посветлее, там было много насыпано, ну как много раньше модно было подкармливать древесной золой, и вот листики светлые. Здесь не было такой подкормки, и здесь совсем другое, другая цветовая такая раскраска листьев. Ну, а здесь просто вот тоже поляночка, видно, что клубника страдает от древесной золы. Вот я уже собираю, мы неделю как собираем ягодки, вот они красивые. Вот, а по вкусу, ну, есть разный вкус. Все равно это клубника, и особенно открытый грунт тоже хороший. Но нам очень нравится вот первый урожай в этих вазонах. Она медовая получается. Здесь все-таки ночи холодные, и еще тепла как такового нету. Поэтому вот такая ситуация. Еще клубника. Вот она. И еще хотела замульчировать, но ночи холодные, и если будет холодно, а потом резкая вот эта жара, я думаю, что это не очень хорошо, поэтому оставляю пока. Неприятно собирать, конечно, надо долго мыть, но зато она вкусная и зато она здоровая. Ну, еще один важный момент. Сейчас меняются наши световые тела людей, которые переходят в новую эпоху. Естественно, меняются и тела всех растений, потому что нельзя новым телам получать старую энергию. Энергия старая не подходит, а она вредоносна. Поэтому сейчас, вот я думаю, из-за того, что у нас была засуха, это как бы перезапуск программ, уборка старой программы, ну и включение сейчас идет новых программ. Поэтому и вкуса нету, мы даже не чувствуется, что это за вкус. И, ну, нету такого. Вот единственное, что мы получили удовольствие от клубники, которая у нас, ну, по крайней мере, пока, если будет тепло, а то снова дожди пойдут, и она кисленькая получается. Ну, что еще? Вот, красавица. Иди сюда. Вот так вот. Смотрите, крупная, красивая. И, кстати, и ароматная клубника в этом году. Но меняются вкусы. И, ну, пока того удовольствия, которое было раньше, от клубники нету. То ли новые сорта, то ли вот действительно изменения сейчас наших тел и изменения вкусов. И изменения, естественно, энергетики наших растений, которые мы выращиваем. Ну что ж, Раиса Гриченко, Александр Волик собирает клубнику. Мы прощаемся с вами. Она очень, кстати, вкусная, со сливками. Даже такая, чуть-чуть кисленькая. Прощаемся с вами. До новых встреч в новых видео. Хорошего вам урожая земляники, клубники и всех ягод в вашем саду.